Значимое событие в исторически важный день. Актеры из Санкт-Петербурга представили жителям Карачаева-Черкесии спектакль «Вершина» о депортации карачаевского народа. Премьера состоялась в Учкекене 3 мая, а накануне 4 мая в Карачаевске и сегодня в Черкесске. Генеральный продюсер и автор идеи Денис Минкин, директор Санкт-Петербургского горэлектротранса, доктор технических наук, в 2017-18 годах возглавлял Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт». Что вдохновило жителя северной столицы и человека нетворческой профессии поставить спектакль и сделать такой подарок ко дню возрождения карачаевского народа жителям нашей республики, смотрите в нашем репортаже. Мы любим свои семьи, мы воспитываем кучу детей, мы хорошо помним своих родителей. Сагит показал мне Кавказ и научил любить не только свою, но и его родину. Мы постарались отразить не только ужасы того времени, но и несломленную гордость великого народа, вершину его чести и достоинства. Спектакль «Вершина» мы посвящаем светлой памяти Беляла Беджиева. Очевидец трагических событий, рассказы которого легли в основу спектакля и кому его посвятили, Белял Беджиев, к сожалению, не успел увидеть премьеру. Вдохновил на такую ответственную творческую работу доктора технических наук, директора Санкт-Петербургского горэлектротранса и, казалось бы, человека далекого от творчества Дениса Минкина и дедушка Абукали Байрамуков, у которых в селе Римгорское он частенько гостит. Один раз, год тому назад, он спросил, задумывал такое дело, спектакль сделать. Ты, говорит, одобряешь это? Я сказал, как же. Я рад, я одобряю, конечно, если можешь. Но для этого надо, труд большой нужен, затраты большие нужны. Как об этом быть? Он говорит, я об этом не беспокойся. Если согласен, дай мне добро, я, говорит, начну. А бабушка Гоккаджан Байрамукова связала шерстяной свитер для Дениса Юрьевича и для всех актеров труппы. Сколько вы их связали, чтобы связать один вот такой симпатичный свитер? Сколько времени нужно вам? Премьера драмы «В одном действии вершина» год назад состоялась в Петербурге, но из-за пандемии я не смог поехать. И сегодня не очень хорошо себя чувствую, не смогу быть на спектакле в Учкекене. Но автор идеи, генеральный продюсер Денис Минкин, привез нам запись, и мы его посмотрели дома, рассказывает Абукали Муртазович. Денису Минкину большое спасибо. Все должны карачаевцы благодарить его, должны знать его. Наверное, минимум пол Питера знает. Благодаря его, кто такой карачаевец. Всем, которые играют, роль играют, очень благодарен, большое им спасибо. Мы никогда не забудем о них. Эта история повествует о герое войны, который, возвратясь в родные места, обнаружил, что никого там не осталось. А дедушка ведь лежачий был, его бедолагу тоже не пощадили. И знаешь, что он делал? Он утешал людей. Он говорил: люди, не бойтесь, нас не отвезут туда, где нет Аллаха. Уважаемый Махмуд приходился нам дальним родственником. И он всегда верил в хорошее. Бедный старик. История о людях, которые даже в минуты смертельных испытаний любят свою землю, остались верны своей родине, сохранили честь и достоинство своего народа. Ты знаешь, я часто закрываю глаза и представляю наши белые вершины и зеленые равнины. Да разве какой-нибудь рай может сравниться с красотой родного края? А если бы у меня были крылья? А у меня есть только руки, которые почернели от земли, растрескались от проклятой свеклы, которой нет конца. Блестящая игра актеров из Петербурга, которые проделали огромную работу, изучив историю, быт, культуру, традиции карачаевского народа, прочувствовав его, передали зрителю. Зал аплодировал стоя. Из рассказов, допустим, моей матери, покойной, я это все как будто через себя пропустил, как будто я тоже там в этой ссылке был.
Очень трогательно. Огромное вам спасибо. В Петербурге была премьера, и мы получили положительные отзывы, но самая важная площадка для нас была здесь, сказал режиссер спектакля «Вершина» Сергей Пронин, собравшимся в зале. Мы с большим волнением сюда ехали, чтобы показать его вам. И мы чрезвычайно признательны всем организаторам, всем тем, кто помогал. Глава Малокарачаевского района Рамазан Байрамуков вручил грамоту артистам, режиссеру, звукорежиссерам, генеральному продюсеру и автору идеи, а также председателю попечительского совета Всемирного клуба петербуржцев Сагиту Беляловичу Биджееву. Это подарок Денису Юрьевичу, отношение к нам, в лице меня он так относится ко всем карачаевцам. Огромное спасибо, Денис Юрьевич. Люблю, уважаю, всегда рядом, отношусь как к брату, к соседу. Мне Всевышний делал большой подарок, ты у меня в жизни есть. Спасибо огромное. Сергей сказал, что здесь среди нас нет карачаевцев, но я уже начинаю в этом сомневаться. У меня есть брат карачаевец, это Биджеев. Я живу в доме Байрамуковых. Мои родители умерли, к сожалению, они во многом мне их заменяют. И я давно посещаю эти места и, честно говоря, считаю себя уже местным. У меня была мечта, чтобы этот спектакль увидели вы здесь, в Учкикене. Потому что, если вы поняли, дело происходит здесь, в этих местах. Учкикен, Римгорка, Джага, РЗ, где-то здесь. Я очень хотел, чтобы его увидел, ну, вдохновитель мой этого спектакля, Абукали Байрамуков. Его, к сожалению, нет в зале, он не очень хорошо себя чувствует. Но год назад я к нему приехал, когда пришла в голову идея этим заняться, и спросил: Абукали, я не решаюсь. Это чужая тема, это чужой народ, это другая вера. Я могу полезть в эту тему и что-то напортачить. Можно? И он мне сказал: да, делай. Сегодня здесь присутствует Гокаджан, его жена, которая связала тот самый свитер. И если вы поняли, со свитера начался спектакль, двумя свитерами он и закончился. А свитер — это не свитер, свитер — это тепло. Дома, домашний уют, забота родителей — это любовь. Вот в этом смысл этого спектакля. Не ужасы и не трагедия, а вера в народ, гордость за народ, честь и достоинство этого народа, которое пронесено до сегодня, до сегодняшнего дня. Сегодня вы празднуете этот праздник, светлый праздник. Я вас всех с ним поздравляю. Спасибо. Алла Динаева, Ислам Урумов, Вести, Карачаево-Черкесия, Малокарачаевский район.